Пожалуйста, пристегиваемся и внимание ко мне. Добрый день. Женщинами? Не женщинами. Это нетрезвый. Доброй ночи. Вас приветствуют эти узбекские авиалиниями. Вместе с этим командиром этим самолета и экипажем, то есть я. Залима можно просто... И красавица! Это хотел что спросить. Это скажите мне, кто куда летит? Как куда? Из Ташкента в Краснодар? Подождите, а я в Турцию. А чё хвастаешься? Ты что, не видишь, люди в Краснодар летят? Что выпендриваешься? Подождите, а мы что, не по одному маршруту все летим? А что? Мы похожи на маршрутка. Это самолет. Мы не ездим по одному маршруту. Бред какой-то получается. Я вообще брала билет до Москвы. А чё кричишь? Это будьте Москва. Вот, на, возьми. Это... Что это? Это парашют. Эти дверь открою. Над Москвой пролетать будем, толкну. Ты прям Красной площадь приземлишься. Все хорошо будет, ну. Так, что я хочу? Это девушка высадим, да? Потом тебя сильный ты. Тебя довезем до Краснодар. А тебя большой потом в Турцию завахнем. Вы что, с ума сошли? Сажали самолет в Москве. Товарищи, я на свадьбу опаздываю. Срочно в Краснодар. Бред какой-то. Как мы вообще в одном самолете-то оказались? Так я требую посадки в Турции. Да какая Турция? Какая Турция? Цыц сказала мне. Знаешь, что придумала я? Чтобы никому обиды не было. Это приземлимся в Пензе. Это почему в Пензе? Это потому что от Пензе и в Краснодар, и в Москва, и в Турции одинаково расстояние, чтобы никому обид не было. Вот как. Счастлив полет. Ага.